в запланированных рамках. Может статься так, что даже беднейшие слои населения будут в результате... Да, но он... Мы продолжаем программу «Итоги». Напомню, у нас сегодня... Собрание прошло в хорошей, дружественной обстановке. Стариков и детей, если вас волнуют вопросы социальной защиты, жилищные проблемы, здоровье ваше и ваших близких, если вы хотите получить дельный совет, исчерпывающую юридическую консультацию, смотрите каждое воскресенье в 15:45 программу «Дело за малым». «Дело за малым» – ваша программа. Игра вам, друзья, подружки, приготовила сюрприз. А какой? Игрушки. Ой, что я думаю сейчас?